Сотрудники межмуниципального управления МВД России Одинцовская приняли активное участие в задержании на территории города Одинцова неоднократно судимого 38-летнего жителя Королева, который подозревается в совершении серии краж. Путем подбора ключей и взлома личинок замков входных дверей он проникал в квартиры, откуда похищал деньги и ценности. Полицейским уже удалось установить причастность злоумышленника к 15 эпизодам на территории Одинцовского муниципального района. Общая сумма ущерба составляет около 4 миллионов рублей. По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ⁇ кража ⁇ Следственные мероприятия по установлению причастности задержанного к другим эпизодам продолжаются.